Алло. Алло, Ром, слушай, меня тут какой-то джип преследует. Угу, не знаю. Вроде отстал. Угу, давай. Уважаемые коллеги, сегодня в этом зале присутствуют все звезды отечественной журналистики. Так, ну где же Лерка, а? Скоро церемония начнется. Вась, ну скажи что-нибудь. Цемент опять дорожает. Что? Ну что хотят, то и делают. Вась, о чем ты думаешь? Мы наконец узнаем, кто стал лучшим инвестором, лучшим издателем и лучшим журналистом прошедшего года. Могли бы назад отъехать, а то я не выйду. Отъеду, отъеду. Какого черта? Вы не волнуйтесь так, у меня есть деньги, я заплачу. Так, не двигайся. Вы что делаете? Отдайте мне сумку. Спокойно. Я милицию сейчас позову, слышите? Не надо, слышите? не надо милиции. Я Иван, оставь ее, я знаю ее. Господин Баширов. Госпожа Крылова, журнал «Деньги и власть». Совершенно верно. Я вижу, что ваши деньги и власть позволяют вам вести себя совершенно бестактно. Ну, верните мне что сумку. Вы, я прошу прощения за моего начальника службы безопасности и надеюсь, что этот инцидент скоро будет забыт. Послушайте, у меня нет времени на все эти любезности. Сколько я вам должна? Я с вас денег не возьму. И потом, наша машина застрахована, так что… Моя тоже застрахована, у меня нет времени ждать ГАИ. У нас тоже нет времени. Что значит, разъезжаемся? Угу, разъезжаемся. Более того, я очень рад нашему знакомству. Здравствуйте. Вы Мелисса Синицкая? Да. Автор детектива «Розовая пантера»? Да. Можно автограф? Конечно, конечно. И мне потом можно? Угу. Спасибо огромное. Вы моя любимая писательница. Спасибо. До свидания. И моя. Вась, ну оторвись ты от своего цемента. Ну позвонил бы ей, что ли? Кому? Ну что, кому? А это не она? Здорово. Ну? Здрасте. Нет, это просто какой-то ужас. Просто какой-то невыносимый человек. А. Ужасный. Здорово, во-первых. Здорово. Ты о ком? Да, о Баширове. Я случайно, когда парковалась на парковке, его машину поцарапала. Что? Ты что, протаранила машину Баширова? Ага. Баширов это кто? Наш конкурент. Конкурент? Журнал «Бизнес», потом расскажу. А. Слушайте, ну может пойдемте уже, а? Все, спасибо. Пойдем. Ну дают, а? Давай, давай. Многие из вас, наверное, знают, какие финансовые трудности выпали на долю этой газеты. Но все эти Здрасте. Годы Я сама зарядку на бетон выписывал. Поддерживал Пора. Вашу деятельность и даже в самые тяжелые времена остался главным идеологом и вдохновителем нашего конкурса. От имени жюри нашего конкурса, а также от имени всех собравшихся в зале, мы благодарим всех журналистов, кто оказывал и оказывает нашему конкурсу информационную поддержку. Добрый вечер, что Добрый вечер. Желаете?
А, кофе сделайте, пожалуйста. А может, попробуйте? Нет, 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 не надо. А у нас хорошее свежее пиво. Желаете испробовать? Спасибо, но не нужно и кофе без сахара, пожалуйста. Номинация «Лучший инвестор года». Приз вручает Дмитрий Кузьмичев. Ужасно волнуюсь. Итак, лучший инвестор года – Сергей Баширов. Сергей, поздравляем. Спасибо. Спасибо. Может быть, что-нибудь скажете? Спасибо. Лицемер. Она сын скромный. Только что меня обыскивал, думал, что я его убить хочу. Вообще, я слышала, на него покушались. Думаю, ей за что. А по-моему, нормальный мужик. Знаешь, как он меня смотрел? Как акула. Да? Ну почему сразу как акула? Я слышала, он не женат. Может, он того? А влюбился? Да такой слоупает и не подавится. Да. Как не завезли бетон? Да вы что там вообще? У нас же котлован простаивает. Главный приз года. Приз за лучшее издание. Прошу. Волнуюсь ужасно. Итак, главный приз и лучшее издание «Деловая пресса» получает еженедельный журнал «Деньги и власть» и его редактор Валерия Крылова. Спасибо, это не моя личная заслуга, это заслуга нашего огромного коллектива. Я безумно рада, что эта статуэтка досталась нам за честную работу. Спасибо. Поздравляю. Я не верю в искренность поздравлений конкурентов. Отвечу вам в стиле вашей пламенной речи. Спасибо. Что, привезли? Повезло вам, речепашки. Чего на него смотреть? Заливайте немедленно. А я приглашаю на эту сцену гитарный дуэт братьев Васильевых. Ну что, подруга, поздравляю. Обойти Спасибо. Баширова, а? С его необъятными возможностями. Молодец, Лерка. Поздравляю. Спасибо. Вася? Сейчас. Вась. Короче, кладите на 10% выше нормы, да, под мою ответственность. Все, отбой. Лер, я в этом ничего не понимаю. Ты молодчина. Спасибо тебе, Вась. Я тебя не представила, это мой юрист, Роман. Да. Да, должен сказать, что победа выглядит еще убедительнее, если учесть, что Валерия Николаевна создала журнал своими руками, а Баширов просто купил еженедельник, как он покупает газеты, заводы, пароходы. Вот золотые слова, Роман, так что за тебя, Лерка. Спасибо. Спасибо. Поздравляю еще раз. Спасибо. Ну, после событий таких я могу помочь с машиной. Спасибо, не надо. Ну что же, вы лишили мне возможности помочь красивой женщине. А некрасивой вы бы не помогли. Спасибо за предложение, но я во всем привыкла помогать себе сама. Я правда искренне за вас порадовался. Поверьте, конкуренты тоже могут искренне радоваться. Хотя, не скрою, хотелось бы, чтобы приз получал наш журнал. Охотно верю. Ну, всего доброго. До свидания. О, смотрите, и это тут вьется. Хочешь увидеть Садовникова? Оглянись и посмотри, нет ли какого-нибудь влиятельного человека, вроде Баширова, вокруг. Будет тут как тут. Да,
Мне еще кредит. Взяла в его банке. И счет там держу. Да ты что? Угораздила меня. Он мне тут на деловую встречу пригласил, так я еле ноги унесла. Да ладно. Угу. Ген, у меня к тебе есть пара вопросов. Да, я весь внимание. Слушай, ну мы с тобой вроде как-то все решили о переходе банка достояния в мои руки. И что? Что значит что? Я отдал тебе деньги за большую часть акций. Где остальное, Ген? Сереж, что ты напрягаешься? Ну, давай расслабимся, давай выпьем что-нибудь. Ты же знаешь, я не пью. Господин Садовников, позвольте вам объяснить причину беспокойства моего шефа. Хозяина! Он твой хозяин! Хорошо, хозяин. Нам стало известно, что вы ведете переговоры с третьим лицом о передаче оставшихся акций банка и пересмотре договора с нами. Что? Ген, что? Зачем мне твой банк без полного управления? Я не собираюсь в своем кабинете еще с кем-то толкаться задницами. Подожди, какими третьими лицами? Это что? Это слухи, понимаешь? Гена, нет, это слухи! Гена, так дела не делаются. По крайней мере, со мной. Я не понимаю, это что, угрозы, что ли? Это не угроза, это попытка что-то тебе втолковать, как-то тебя вразумить. Слушай, что ты хочешь? Я пришел сюда отдыхать, понимаешь? Развлекаться. Я не собираюсь сейчас вести никакие серьезные разговоры. Хорошо. Тогда давай встретимся в другом месте, обговорим все детально. С документами. Завтра отель «Алмаз», согласен? Пожалуйста, только позвоните мне завтра, я уточню свое расписание. Уточню? Все? Да. Ген, ну хочешь отдыхать, иди пей. Ну ладно, господа, у всех налито. Да, у меня есть тост. Вася, а ты чего? Ну, я завязал. Да ладно. Значит так, тост. Хочу выпить за вот этого человека. Роман Полянский. Отличный юрист, прекрасный человек. Я за ним, как за каменной стеной. Сегодняшняя наша победа, это больше половины ее принадлежит ему. Ага. Вот. Так что за тебя, Ром. Ну, я еще совсем недавно работаю в вашем издательстве. Нет, Роман, за вас. Женщина нуждается в поддержке, даже такая независимая и самостоятельная, как Валерия Николаевна. Да, профессиональной поддержки. Исключительно. Мои поздравления. Ваши журналисты оказались настоящими профессионалами, так что я думаю, тираж теперь подскочит раза в два. Вас это интересует с точки зрения моей кредитоспособности? А с каких это пор мы перешли на «вы»? А я что-то не помню, что мы были на «ты». Настоящий бизнес-леди. Всем непременная дистанция. Но я боюсь, что без настоящих спонсоров вы не выплывете. Так что дистанцию придется сокращать. Я уж как-нибудь помучаюсь. На расстоянии. Угу. Геннадий, ты же привык, чтобы женщина, которая имеет с тобой дело, мучилась сама, м? Кого я вижу? Знаменитая писательница макулатуры. Польщен. Выбирай выражение. Вась, не обращайся. Скажи, пожалуйста, а где ты откопала это сокровище? Это что, персонаж очередного романчика? Я тебе говорю, следи за языком. Вась, не надо, пожалуйста. Ну, что взять с убогого? Ну, не понимает человек юмор. Ну, что поделаешь? Ладно, пока. Увидимся. Пока. Почему себе позволяет хамить? Вась, просто не надо было обращать внимание, и все. Я все-таки с ним разберусь. Не надо, умоляю, здесь полно журналистов. Не устраивай скандал, пожалуйста. А я потихонечку, никто ничего не увидит. Не надо, пожалуйста, Вась, ну не надо, ну Вась, ну... Мы не договорили. Это кто это? А, персонаж. Ой, господи, что ж тебе надо-то, а? Я бы хотел, чтобы ты извинился. Ага. Ребят, ну-ка, подержите. Мало ли, что ты хотел. И запомни, Мелисса, тебе не пара. Сявка сопливая.
убью гада. Да. Нет. Я не вернусь, не жди меня. Вася! Привет. Василий! Пардон, что отвлекаю. С нами выпить не желаете? Нет. Тогда I'm sorry. Эх, Василий, Василий. Друга больше нету. Нет, на пузырь не хватает. Да и хрен с ним. Василий, у нас временные финансовые трудности. Давай. Только возьми сразу три, чтобы два раза не бегать. Приятно иметь дело с интеллигентным человеком. Да. Мерси. Угу. Ой, ой, ой. Марина, Ладенникова ко мне срочно. Вызывали, Валерия Николаевна? Вызывала, Петь. Ну и что это такое? Ты что, меня подставить хочешь? А что такое? Ты в статье об обвале рынка ценных бумаг помещаешь фотографию Садовникова рядом с его банком достояния. Ну, его банк же уже давно шатается. Почти что лежит. Петь, он нас засудит за то, что мы подрываем его деловую репутацию. Мало того, мы кредитуемся в этом банке. Это даже как-то некорректно с нашей стороны. Так что ты меня прости, конечно, но фотографию Садовникова мы с этой статьи снимаем. Ладно, понял. Что-нибудь еще? Пока все. Свободен. Можно, Валерий Николаевна? Ну, как она? Я следующий. Алло. Здорово, здорово, коллега. Слушай, помнишь, ты мне говорил, что у тебя есть очень мощная компра на Садовникова? Угу. Нет, 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 мне все не надо. Мне нужно только то, что касается нашего журнала и Крыловой. Да, да, ну все. Пока. Ну что ж, господин Баширов, будем изучать конкурентов. Лучший инвестор года. Разрешите? Да. Вы просили навести справки насчет Крыловой. Ну и чего у тебя? Ну, любопытная вещь получается. Так. Частная жизнь интересует? Замужем. Разведена. Переходи к общественной. Любопытная вещь получается. Здесь все банковские проводки по ее журналу «Деньги и власть». Откуда взял? Долго объяснять, но информация достоверная. Ну, чего дальше? Журнал брал у Садовникова большой кредит на покупку акций одной типографии в Прибалтике. Ну и что в этом такого? Ну, предполагалось, что эта типография будет покрывать расходы журнала. Но в результате оказалось, что это пылесос, сосущий деньги из журнала. Так что наша Крылова по уши в долгах. Интересно. Мы навели справки, и оказалось, что через подставных лиц этой типографии управляет сам Садовников. Так что вся эта игра с продажей акций была его аферой. Ну, значит, заманили выгодной покупкой, создали иллюзию прибыльности, ну, и, соответственно… Совершенно да? Верно. Трясут нашу Крылову вот
По полной программе, как карточные шулера. Но я думаю, что у Садовникова есть свой человек в ее фирме. Уж слишком ловко он все провернул. Спасибо. Факс от Садовникова. Прошу срочно вернуть взятые кредиты в связи с просрочкой платежа согласно договору. Так, интересно. А где бухгалтер? Налоговый. Как вернется, сразу ко мне. И найди Полянского. Хорошо. И еще, скажи девочкам из бухгалтерии, пусть срочно подготовят платежи за последний год. Хорошо. Смотри, смотри, как бутылку водки открывать надо. А у нас вот так вот, сержант, ребром ладони может. Веришь? Нет? Да. Будем. Ну, с Богом. Пардон, Василий, а ты где служил-то? А, Василий? 6-й десантный батальон. Старшиной был. И чтоб меня какой-то бамбук носом тыкал, бью, суку. Опа! Пожалуй, нам пора. Пора. Ауфидерзейн. Сидеть. Да. Сходи еще заодно, а? Еволь. Войдет. Добрый день, Валерия Николаевна. Чем обязана? Я понимаю, что мой приход для вас неожиданность, но, поверьте, он вызван искренним желанием помочь вам разобраться в ваших финансовых делах. Спасибо. Я очень ценю искреннюю помощь. Особенно, если она исходит от прямых конкурентов. Я прекрасно понимаю ваш скепсис, но все-таки взгляните вот на это. Вам не кажется странным, что деньги, которые вы платите за типографию, идут тому же человеку, что выдал вам кредит? Садовникову. Да. Да. Действительно странно. Ну, я вижу, вы неплохо осведомлены о моих финансовых делах. Знаете, одного не могу понять. Зачем вам помогать? Как-то так мало людей, которые честно и добросовестно делают свое дело. Ну, просто я всегда стараюсь помочь. Хотите – верьте, хотите – нет. До свидания. Марина, вызови ко мне бухгалтера. Срочно! Хорошо, Валерия Николаевна. До свидания, Марина. До свидания, всего доброго. Бонжур, мадам!
Бонжур, бонжур. Что, не открывает? Ты уснул, наверное. Угу. Василий, открывай. Мы вернулись. Вася. А? И к тебе твоя муза явилась? Ву компране? Вы меня понимаете? Он что, развязал? Что, мадам, это вы так? Чисто символически. НП. НП, говоришь? НП. Тряпка. Пардон, мадам. Василий, открывай. Вася. Вася. Да, Лера. Ладно, ладно, я приеду. Если это так важно, я приеду, только ненадолго, ладно? Ага. Войдите. Вызывали, Валерия Николаевна? Вызывала. Слушаю вас. Нет, это я вас слушаю. Зачем вы сделали этот платеж без моего ведома? Как это без вашего? Все по прямому вашему распоряжению. Сейчас. Сейчас. Алло, Мариночка, будьте добры, зайдите, пожалуйста, ко мне в отдел и попросите Галю, чтобы она дала такую синюю папку с директивами и занесите в кабинет к Валерии Николаевне. Ну, наконец-то. Угу, спасибо. На, вот Валерия Николаевна, извините, эти пробки – это что-то. Круто берет. Но я посмотрю договор. Надеюсь, можно будет что-то придумать. Это? Да-да-да, спасибо. Сейчас. Вот. Что вот? Ваше распоряжение от 11 декабря. Перечислить в Латвию деньги и на указанный счет. И ваша подпись, полюбуйтесь. Странно. Подпись действительно моя. Но у меня не было 11 числа в Москве. Я за городом была. Чего так долго плутали? Я долго ехала, потому что машину берегла. В следующий раз приеду к вам на танке. Да ладно, ты посмотри, какая красота! Слушайте, у меня сегодня еще одна встреча, так что побыстрее бы наши дела решить. Да ну какие встречи, Лерочка? Охота! Понимаете? Вон там. Да я здесь. Мы вам где сказали стоять? Там! Ну, чтобы ли вы потерялись? Ой, а вас нет и нет. Слушайте, это ваша идея была мне на охоту приглашать, а не моя. Ну, с этой штучкой аккуратнее. Жвечь железная. Посмотрите, как делает. Бабам! А! Ладно, с охотой это действительно была моя идея. Пошли коньяку выпьем, а? Ну, может, мы все-таки поговорим о деле? Ну. Можно и о деле. Держи. Это я захотел, чтобы ты сюда приехала. Потому что ты мне нравишься. Что? Ты слышишь плохо? Ты мне нравишься. Я хочу с тобой переспать. Ну что, я твой банкир. Случись что, я всегда рядом. А потом ты без мужика живешь, я знаю. Пойдем.
хорошая комната и хорошая кровать. Дура! Но я не могла написать это распоряжение. Олег, в чем дело? На кого вы работаете? Как на кого? На вас. А у меня, знаете, есть ощущение, что вы работаете так, на... можно я заберу это? И мы определим, настоящая здесь подпись или фальшивая. Хорошо, тогда и вернемся к этому вопросу. Валерия Николаевна, помните? Да, я помню, Марин. Угу. Алло. Да-да. Здорово. Угу. Слушай, а ты можешь слить мне всю эту информацию? Ага. Ну, я понимаю. А сколько? Я была записана, не опоздала? Нет, не опоздали. Проходите. Здравствуйте, Лерочка. Привет. Присаживайтесь. Ага. Так. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? Ну, цвет хороший, очень хороший. Оттенок тоже. И вообще все супер. Только формочку придадим. Лерочка, массаж головы не желаете? Ой, желаю. Так устаю на работе. Давайте. Так, вы теперь весочек. Ой, мой телефон. Ой, подай, пожалуйста. Пожалуйста. Алло. Ну, давай, отель «Алмаз». Да, Мила, Мил, алло, Мил, подожди. Ой, Эдик, к сожалению, мне надо ехать. Ой, как жаль. Ну что ж. Да. Давай соберу. Шеф, у нас же встреча в «Алмазе» с Садовниковым. А я помню. Сейчас едем. Потому что я уже приехала. Угу. Да. Вася? Ого. Интересуетесь изданиями конкурентов? А вы, похоже, следите за мной. А я мог бы задать вам тот же вопрос. У меня здесь важная встреча. А у меня тоже. Не возражаете, я присяду. Можно подумать, если бы я вам отказала, вы бы не присели. Вы со всеми так себя ведете? Как? Как ёжик. А как я должна вести себя с человеком, который бесцеремонно лезет в дела моего журнала?
Ну, а если человек не бесцеремонно лезет, а просто искренне хочет помочь разобраться в ситуации? А если человек специально создает такие ситуации, чтобы потом предлагать свою помощь? Термин «недружественное поглощение» вам знаком? Mm-hmm. Вообще никому не верить, Валерия Николаевна. Жаль. Сергей Геннадьевич. Подъехал мой партнер по переговорам. Шефа через черный ход. Как там Крылова? Нормально. Так, давай не будем усложнять ситуацию. Я из охраны Сергея Баширова, которого чуть не убили в холле отеля. От меня-то что вам надо? Копию диска с камер видеонаблюдения. Я не имею права давать копию кому бы то ни было, кроме следственных органов. Мне дашь. С чего бы это? Может быть, ты не в курсе? У господина Баширова доля в вашем заведении. Если ты не хочешь завтра поменять работу, например, охранять дешевую автостоянку, ты мне дашь сейчас эту чертову копию. Делай. Слушай, красавица. По-моему, сейчас меня стулки сдернут. Слушай, успокойся, сейчас сама разберусь, ладно? Мил, ну где же ты, ну? Ваши документы. Я абсолютно не виноват. Ну, в чем дело? В чем дело? В чем дело? Меня попросили, я... Здравствуйте, ну, господа милиционеры. Нарушили, каемся. Ой, ребят, я так опаздываю. Видел, да. Не остановились на жест инспектора? Ой, вы не могли бы побыстрее? Мы опаздываем на интервью. Очень. Да, опаздываю. Ну, нарушать-то не надо. Да у меня интервью на телевидении. Лицо мне ваше знакомо. Да? Так это милиция Синицкая. Ну, ты что? Любимая писательница моей жены. Приятно. Слушайте, вот тут правда, попросила человека быстрее гнать, поскольку интервью важно. Ну, нарушать-то не надо. Не надо, не надо, ну. Спасибо за сотрудничество. В случае чего я буду рассчитывать на вашу помощь. Всем постам экипажам ДПС. Объявляется.
Прежнего цвета. Предположительно, Audi 100. Водитель вооружен. Четвертый понял. Ну, держи. Повезло вам. Спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. И не нарушайте больше. О, можно я с вами сфоткаюсь на память? А то жене... Давайте. Жене не поверит. О. Тогда спасибо еще. Спасибо. Тогда всего хорошего. А мне это этот, автограф. Автограф. Да. Тот не любит детектив, тот попадает куда? Примитив. Примитив. Точно. Спасибо. Не нарушайте. Спасибо большое. Что? Тоже автограф? Детективы любим? Давай, поехали, быстро. Ну, Мил, ну, пожалуйста, ну, подойди к телефону, ну. Васенька? Вася, боже мой. Так, рада, господи, Вася. Черт. Боже, Вася, очнись, Вася, очнись, Вася. Боже, живой. Подожди, милый, я сейчас. Алло, такси! Такси, пожалуйста, я хочу вызвать такси 2-й Волховский переулок. Там один. На ближайшее. 8-447-15-53, пожалуйста. Да, на ближайшее. Вставай, я тебя сама не подниму. Давай, быстро. Вставай, нам надо идти отсюда, Вася, давай. Так. Давай, мой родной, давай. Вася, надо идти, ну куда ты? Вставай, родной, давай, ну... Ой, господи. Мил, ну где же ты?
Здрасте. Валерия Николаевна, я вас ждал. Я доработал материал по банку Садовникова. Но, понимаете, после того, что произошло, я... Ты что, уже знаешь? Откуда, Петя? Ну, как откуда? Ну, профессия обязывает. Так что делать теперь с этим хозяйством? Марина, меня ни для кого нет. Что-нибудь случилось, Валерия Николаевна? Случилось. Интересно, что? Алло, здравствуйте, можно Константина пригласить? Костя, здравствуйте. Вас беспокоит Мелисса Синицкая. Да. Костя, вы мне как врач нужны? Нет, я в порядке, но Васе очень плохо. Да, будьте любезны, побыстрее, пожалуйста. Костя, я думаю, это отравление. Да. Нет, я еще еду, но через час я буду. Чего? Чего эксперты говорят? Что там у тебя? Ну чего-чего, два огнестрела, оба в сердце. Убери камеру отсюда! Похоже, работал профессионал. Орудие убийства. А есть две пистолетные гильзы, можно пробить на отпечатке. Ясно. Нашли пистолет? Нет. Странный киллер, обычно выбрасывает. Значит так, мы забираем это дело к себе в прокуратуру. Радиков. Запись камер наблюдения отеля. Изъяли. Значит так, запись камер. Протокол осмотра. Все, давай сюда. Пожалуйста. Я думаю, ты мне бутылку коньяка должен за это. Чего? Коньяка. Французского. Молдавского. Николай? Договоримся. Кира, ты что здесь делаешь? Тебе разве не сказали, что у меня преддипломная практика? Меня назначили к тебе стажером. Вот направление из прокуратуры. Добилась своего, а? Чего? Стажер. Мне только студенток заочность не хватало. Ну ладно, давай. А что, у тебя часто практикуются студентки из юридической академии? Какой идиот тебя догадался ко мне направить? Наверное, тот же самый, который когда-то надоумил меня выйти за тебя замуж. Я развел с тобой, все, что тебе надо от меня? Ничего, месяц потерпишь. Я терпел твое занудство 5 лет. Уйди отсюда, хватит снимать! Так, видишь, охрана убитого? Иди допроси ее. Давай. Есть. Навязали. Не было проблем. Давай. Сегодня днем в центре столицы, рядом с отелем «Алмаз», произошло дерзкое следствие. Скажите, где вы находились в момент убийства? Здравствуйте. Здравствуйте. Старший следователь прокуратуры Рыков. Чем могу быть полезна? Мне нужна информация о всех, кто находился в отеле в момент убийства. Хорошо. Алло. Да, я. Слушай, ничего не выйдет.
обстоятельства изменились. Как, ты еще ничего не знаешь? Я думал, тебе первому станет известно. Это печальная новость. Валерия Николаевна, вам что-нибудь нужно? Принеси, пожалуйста, чай с мятой и таблетку от головы найти где-нибудь. Хорошо. И Полянского позови ко мне. Хорошо. В выпуске. В Думе обсуждается постановление правительства о повышении зарплат работникам бюджетной сферы. Спасибо. В Москву с официальным визитом прибыл король Бельгии. Забастовка работников зоопарка в Нижнем Новгороде. Громкое убийство в Москве. Ты уже знаешь? Ха! Вся редакция знает. А еще несколько часов назад Петр Ладейников говорил, что у него есть такой материал на Садовникова, что он может мочить его легко. Да. Опоздал Петюня. Садовникова без него замочили. Сегодня днем в центре столицы, рядом с гостиницей «Алмаз», произошло дерзкое убийство председателя правления Банка достояния Геннадия Садовникова. Убийца скрылся с места преступления, в городе уже объявлен план-перехват. Сейчас на месте преступления работает следственная бригада из прокуратуры. Судя по почерку преступления, это было заказное убийство. И у нас есть информация, которую нам дал следователь прокуратуры Рыков. Убийство произошло в тот момент, когда машина Садовникова подъехала к отелю. Убийца спровоцировал выход Садовникова, перегородив ему проезд, и произвел два выстрела. Ну, мотивы убийства не ясны, скорее всего, бизнес, но мы отрабатываем разные версии. Пока идет следствие, поэтому ничего больше сказать не могу. И это все, что у нас есть на этот час. А ведь я там была. Где? В отеле, где совершено убийство. Как вы там оказались? Мелисса мне позвонила и назначила встречу. Самое интересное, что Садовников ехал туда на встречу с Баширом. Откуда знаете? Я встретила там Баширова. А вот, кстати, Мелисса так и не встретилась. Она мелькнула где-то около отеля, и все. На звонки не подходит. Вот это поворот. Так это уж форс-мажор. У нас есть возможность не возвращать вовремя долги банку. А вот долги Рома надо всегда отдавать. Николай. Ну чего, всех допросила? Всех? Два охранника и шофер. Так, какая информация, фоторобот? Понимаешь, никто толком его не разглядел. Все говорят, одет он был как-то странно, в каком-то нелепом клетчатом пиджаке. Так. Охранник Садовникова говорит, что накануне видел человека в таком пиджаке, с которым Садовников чуть не подрался. Что за человек? Дело это было на банкете. После вручения премии лучшим журналистам. Так. Мужчина этот был в обществе некой Валерии Крыловой. Так. Которую он знал, потому что она общалась по бизнесу с убитым. Так, значит, найди все, что сможешь на этого клетчатого пиджака, ясно? Ясно. Фамилия, имя, адрес, все. Сейчас возникла. Алло, Лерка. Ну где тебя носит? Я тебе целый день звоню. Лерка, я в порядке, ты не волнуйся. Я сейчас не могу говорить, но... Слушай, нам есть что обсудить. У меня все хорошо. Я думаю, что лучше не по телефону. Хочешь, я к тебе домой приеду? Нет, Лерусь, меня там не будет. А где ты? И есть одно место, ты о нем не знаешь, Лер. Подожди, какое место, все, мила? Все, я перезвоню. Не волнуйся, все хорошо. Мил, подожди! Любезно, побыстрее, пожалуйста. Валерия Крылова. Валерия Крылова. Так. Отлично, стажер, похоже, ты кое-что нашла. Что? А то, что я в гостинице опросил всех. От швейцара до старшего администратора. И Валерия Крылова в момент убийства была в гостинице, в холле. И это не простое совпадение. Она главный редактор журнала «Деньги и власть». Значит так. Все, что сможешь, пробей на эту самую Валерию Крылову, ясно? Ясно. Ты куда? Выполнять задание. А по чашке кофе? Все-таки больше года не виделись. Вот этого не надо, товарищ майор. Я больше не собираюсь путать личную жизнь со служебной. Давайте сейчас отключу. Подождите. Опа. Есть. Ой,
вот на тот диван, пожалуйста. Давай, тяжелый. Так, давай, 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 давай. Опа. А, есть. Хорошо. Фух, сейчас вам деньги отдам. Так, достаточно. Спасибо. Так, Васенька. Опа. Да, мне бы такую бабу. Ой, Костя, как хорошо, что вы пришли. Привет, где он? Вон, на диване лежит. Что случилось? Костенька, я вот у него в квартире обнаружила. Вот. Когда вы его обнаружили? Час назад, может быть, чуть-чуть пораньше. Почему не вызвали скорую? Он долго объяснять, Костя. Что? Очень сильно рисковали. Мелисса, мы могли потерять его. Он Господи. Мог умереть у вас на руках. Так, нужно срочно сделать ему промывание. Хорошо. Давайте-ка его в ванную. Давайте. Ванна. Вася. Объясни мне, почему я должен немедленно куда-то исчезнуть? Потому что ты первый, кто попадает под подозрение как заказчик. Ты собирался купить банк Садовникова, пошел на серьезные расходы. А Садовников в последний момент решил тебя бросить и отдать банк в другие руки. Для ментов, чтобы списать это дело, лучшей версии не придумать. А ты что, не понимаешь, что если я сейчас исчезну, вот тогда точно скажут, Баширов пустился в бега, значит, он Садовникова убил. Что-то непонятного. Дай мне время разобраться во всей этой ситуации. Если прокурорские тебя примут, мне будет гораздо сложнее. Значит так, скрываться я не буду, но и в офисе появляться тоже пока не стану. Еще мне нужна встреча с Крыловой. Но потому что Садовников был ее инвестором, у них был конфликт, она тоже может попасть под подозрение. А если... Если ее, как ты выражаешься, примут прокурорские, у нее будет гораздо больше проблем, чем у меня. А если я выясню, что она в этом замешана? Да нет, ну этого не может быть. Почему? Я так чувствую. Сергей, сейчас чувствам не место. Ладно, как бы там ни было, мы должны сами разобраться в этом деле. Согласен? Согласен. Что еще стряслось, Валерия Николаевна? Ром, я ничего не понимаю. Мелисса была на месте убийства, потом она пропала. Потом она позвонила и сказала, что не может говорить, и снова пропала. Я отказываюсь понимать. Ну подождите. Ну подождите, может, она что-то знает, может, она как-то связана с убийством. Хорошо. Слушай, почему тогда в таком случае она мне ничего не может сказать? Слушай, а может, ее похитили? Кто? Я не знаю, кто. Люди, которые убили Садовникова. Бред какой-то. Накручиваете вы себя, Валерия Николаевна. Успокоиться вам надо. Подождите, подождите. Мелисса вам еще обязательно перезвонит. Я уверен. Ну, ну. Алло. Валерия Николаевна, добрый день. Я беспокоился за вас. Нет, со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство. Валерия Николаевна, мы теперь с вами некоторым образом связаны. Вся эта история с Садовниковым. В общем, есть одно дело, о котором я хотел бы переговорить с вами лично. Я думаю, что это в ваших интересах. Предлагаю встретиться. Да, я поняла, говорите, где и когда. О, как романтично. Хорошо, до свидания. Ну вот, и началось. Что именно? Баширов хочет со мной встретиться. Говорит, что мне это выгодно. Как думаешь, зачем? Понятия не имею. Давай я поеду с тобой, я твой юрист. Нет, он сказал, что хочет встретиться со мной наедине.
Кстати, этот Ховенко нашелся? Нет. Я звоню ему каждые 5 минут, он не берет трубку. Так. Кабинет у него закрыт. Не нравится мне все это. Кажется мне, что твои подписи на документах подделал именно он. Ну, посмотрим. Вечером будет экспертиза, будет ясно. Можешь увеличить вот это изображение? Сейчас. Ага. Так. А еще? Вот это вот. Не, ничего не разобрать. Похоже, номер был специально замазан. Так. Дуй в техотдел. Я не знаю как, но уговори их очистить это изображение. Поняла? Мне номер этой машины нужен сегодня же. Я попробую. Давай. Кира, стой. Скажи честно, у тебя есть кто-нибудь? А вот моя личная жизнь тебя не касается. Здорово, хакеры. О, здрасте, здрасте. Чай, пиво? Перебьюсь. Ну, что-нибудь получается? Да, мы тут хакнули сайт НАСА. Зачем? Фу, здесь такие фотки Хаббл сделал. Вот посмотрите. Тут такая хрень происходит в центре галактики. Вот, полюбуйтесь. Что это? Это огромных размеров молекул ДНК. Ну, примерно, ну, 100 миллиардов километров длиной. Короче, выходит, что мы болтаемся в чем-то сперматозоиде. Yeah. Весело. Но я вас, кажется, о чем-то попросил. Ну, конечно, это хренька с номерами автомобильными. Сейчас. Игрушка для юзеров. Пожалуйста. Ну, как вам прогу сами написали? Смотрите. Пожалуйста. Вот ваш номер. Вот так. Алло, товарищ капитан. Это Агапов. Мог бы пробить для меня один номерок? Че? Через сколько? Хорошо. А нафига вам, капитан? Мы уже все пробили по ихней базе. Все номера. Вот, пожалуйста. Ну, конечно. Вот, Подгородный Василий Григорьевич, 1961 года рождения. Адрес: Старый Волконский переулок, дом 1. Ну, домашний телефон, рабочий телефон, сотовый телефон. А сейчас я вам покажу схему проезда. Вот схема проезда. А вот и фотография горячо любимого нами Василия Григорьевича Подгородного. В общем, вот вам диск. На нем все уже записано. Да. Отличная работа, ребят. Еще что-нибудь? Вознаграждение, как и договаривались. Спасибо. Обращайтесь, если что. Обязательно. Алло. Вы хотели поговорить, я слушаю. Олег, где вы?
Это не важно. Простите меня, Олег, но это действительно не важно. А важно, чтобы вы сейчас не сделали необдуманного шага, о котором потом будете жалеть всю жизнь. Я его уже сделал и уже жалею. Олег, послушайте меня. То, что произошло, это ужасно. Но еще есть шанс. Если вы собрались идти сдаваться в прокуратуру, это большая ошибка. Вы слышите меня? Валерия Николаевна не хочет давать ход делу до тех пор, пока не переговорит с вами. Вы должны немедленно явиться в офис. Вы меня понимаете? Это невозможно. Мне нечего сказать и не о чем говорить с Валерией Николаевной. Олег, Олег, Валерия Николаевна вам не враг, и я тем более. Вот что, Роман, передайте Валерии Николаевне, что я сожалею, хотя, впрочем, это не важно. Прощайте. Подождите. Дело. Установили номер машины. Да. Вот. Оперативно. Ну, женские чары. Машина принадлежит Подгородному Василию. А, отлично. Оперативно. Все, стажер, можешь отдохнуть. Кофе хочешь? Хочу. Да не могу. Я вызвала группу быстрого реагирования. Возможно, сегодня мы его возьмем. Транспорт ждет. Извини, Коль. Извини, Коля. Ты не стажер, а командир какой-то. Значит, в следующий раз такие вещи со мной будешь согласовывать, ясно? Так точно. Так точно. Без кофе меня оставила. В следующий раз на кухне на своей будешь командовать. Булек, а тебе и мне. Здорово, мужики. Бонжур, месье. Здорово. Это машина Василия Подгородного, так? А что? Да побеседовать надо с ее хозяином. Эта машина числится в угоне. Вы его знаете? Знаем. Он в том подъезде живет. Только он ее не угонял. Он ее 3 года назад купил. Ну, ясное дело, хозяин не виноват, но переговорить мне все-таки придется. А его дома нету? И как же мне его найти? А он у мадам своей. Известная писательница. Детективы пишет. Мелисса Синицкая. Слыхали про такую? Мелисса Синицкая? На черных, месье. Мужики, вы ничего не перепутали? Обижаешь. Она его в такси посадила и увидела. Хорошая баба. Заботливая. Не то, что наши курвы. Месье, третий мне желаете? Нет, мужики, в следующий раз. Ну, как хотите. Давай. Ну, давай. Поехали. Алло, товарищ капитан? Привет. Ну, как у нас дела? Нет, номер машины уже не нужен. Мне нужен адрес, где проживает Синицкая Мелисса. Жду. Это срочно. Что здесь происходит?
Ничего. А что вы делаете в кабинете главного бухгалтера, Петя? Я работаю над статьей по банковской деятельности, и Ховенко меня консультировал. Вот, и у него вот здесь хранится очень важная информация, которая мне срочно понадобилась, а его нет. И поэтому я взял второй ключ у Марины. Вот, можете сами у нее спросить. Значит так. Я хочу, чтобы в отсутствии главного бухгалтера Ховенко в его кабинет никто не входил. Это в целях нашей с вами безопасности. Все понятно? Да, я зайду попозже. Хорошо. Ключ, пожалуйста. Конечно. Смотрите, машины его здесь. Как-то странно для киллера. Бросить машину во дворе собственного дома. Знаешь что, я думаю, это не профессионал. Он сейчас сидит дома спокойно и чай пьет. Так, ребят, пойдем. Ты здесь остаешься? Да вот еще. Ну, в общем, вещдок, во-первых, сторожить надо. А во-вторых, огляди тут все. Ясно? Ты что тут делаешь? Ну что, взяли его? Взяли. Только не того. Боже мой, прелесть какая. Ну и что, какие дальнейшие наши действия? Значит, действия такие. Пока оперативники будут заниматься поиском Подгородного, мы с тобой выясним всех, кому была выгодна смерть Садовникова, ясно? Ага. А Крылова что-нибудь выяснила? Нет, в процессе. Так, как выяснишь, доложи. И еще, видишь, потерпевшего? Хорошенький какой. На, бери морковку. Значит, это к тому же очень важный свидетель, потому что принадлежит подозреваемому. И он единственно видел, что происходило в квартире. Отвези к нам в отделение, а то еще уши протянет. Валерия Николаевна, я хочу расставить точки над «и». Дело в том, что после смерти Садовникова его банк, достояние, переходит в мои руки. Причем со всеми потрохами, включая и невыплаченные долги. Подождите, я не понимаю, как это возможно? Я давно вел с ним уже переговоры по этому поводу и уже даже выкупил большую часть акций. Я сейчас веду переговоры с родственниками о покупке контрольного пакета. Значит, вы теперь мой кредитор. Угу. И я все долги должна выплатить вам. Да. Вот оно что. Ох, как же я раньше-то не догадалась, Сергей Геннадьевич. Давайте на чистоту. Вы просто хотите прибрать к рукам мой журнал. Понимаете, что я просто так его не отдам, и поэтому меня вызвали, так? Валерия Николаевна, я ничего не собираюсь прибрать к рукам. Вы создали прекрасную команду профессионалов. Я как раз хочу ее сохранить. А я? Вы что, думаете, что я стану на вас работать? Работать, как работали. В чем проблема? И что, все останется как есть? Да. И вы не будете вмешиваться в дела журнала? Нет. И вы дадите мне спокойно выплатить кредит? Конечно. А какова цена вопроса? Не понял. Я имею в виду, что вы хотите взамен, на что вы рассчитываете?
Да ничего не хочу, я просто вас информирую. Сергей Геннадьевич, я очень плохо верю в бескорыстие. Знаете, я слишком давно нахожусь в этом бизнесе. И поверю я вам только в одном случае. Если вы встретитесь со мной официально, в присутствии адвокатов и аудиторов, и заключите со мной договор, который четко определит наши взаимоотношения. Ловлю вас на слове. Ну как он, Костя? Похоже, все обошлось. Пусть пьет побольше жидкости. Я завтра зайду. Спасибо большое. Ой, Васька, Васька, что ж ты наделал, дурак? Мелисса, это ваша? Да, да, моя. Как прошла встреча с Башировым? А Баширов теперь будет владеть контрольным пакетом акций банка Садовникова. Быть не может. Сама в шоке. Так, ну и что он будет делать? Он сообщил о своих планах. Он что, будет топить наш журнал? Нет, нет, он наоборот. Сказал, что все останется так, как есть. Мало того, можем отдать кредит, когда у нас все уляжется. В общем, он хочет нам помочь. Ну, это же замечательно. Не знаю, не знаю. Что-то я не верю ему. Не знаю почему, но не верю. И не буду верить, пока мы не подпишем с ним договор. Да, Валерия Николаевна, у меня для вас неприятная новость. Что там еще? Подпись на документе о перечислении денег в Рижский банк поддельная. Ваша подпись. Да, еще вот. Что это? Ром, мне что-то буквы плывут. Что это? Это отчет из Рижского банка о переводе денег. Деньги пришли туда 12 января. В тот же день были сняты наличными. В Латвии это просто. Деньги снял человек со сложно читаемой латышской фамилией. Но самое интересное, что человек числится умершим в 1989 году. Так. Я также выяснил, что Ховенко в тот день не было на работе. У него в тот период тяжело болела жена. И он, по его словам, весь день провел у нее в больнице. Но мог ведь и в Ригу смотаться. Боже мой, я Олега знаю 1000 лет. Неужели он мог украсть? Его жене требовалась дорогостоящая операция. Его жена недавно умерла. Боже мой, можешь было попросить. Но почему сразу красть? Чужая душа потемки. Хорошо, что мне делать? Обращаться в прокуратуру? Черт, жаль его. А вдруг он работает на Садовникова? Нет, я не думаю. Нам не надо торопиться с выводами. Я Олега знаю. Он человек порядочный. Мало ли что могло случиться. Деньги в любом случае можно вернуть. Угу. Я думаю, нам не стоит выносить ссоры из избы. Но решать, конечно, вам. А где он? Я не знаю. Очевидно, у него сдали нервы. Я с ним разговаривал по телефону. Очень странный был разговор. Судя по всему, он просто боится приезжать в офис. В любом случае, нам нужно подождать. Хорошо. Как скажешь. Ну что? Здорово, стажер. Какие новости? Ну, это ты знал насчет этой Валерии Крыловой? Ну? Оказывается, у нее были очень натянутые отношения с этим Садовниковым. Тот требовал вернуть кредит, но ответа так и не получал. Так, интересно, очень интересно. А разыскиваемый нами Василий Подгородный? Угу. Давний приятель Крыловой. Так, а если еще учесть, что во время убийства Крылова находилась в обществе некого господина Баширова, который собирался прибрать к рукам банк Садовникова, все становится крайне интересно. Знаешь что? По-моему, пора вызвать кое-кого из наших подопечных для беседы. Как считаешь, стажер? Да как скажешь. В ожидании начальника. Угу. Ты тут? Главный. Это правильно. О. О, Валерия Николаевна, здрасте. Здрасте. Это судьба. Помните, вы обещали мне встретиться в обществе аудиторов и адвокатов? Ну, с аудиторами, конечно, у них здесь не очень. А вот адвокатов в прокуратуре полным-полно.
А вы тоже? Что спросить, пожалуйста? Алло? Сергей, будь осторожен с Валерией. А что такое? Я ключ забрал. Возможно, человек, который совершил убийство Садовникова, любовник ее близкой подруги Мелисы Синицкой. Ты уже нашел его? Этим и занимаюсь. Найду, позвоню. Ну, давай, я жду. Жду, давай. Прошу вас, Валерия Николаевна. Старший следователь прокуратуры Рыков Николай Петрович. Назовите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, отчество. А вы что, не знаете, кого вызываете на допрос? Валерия Николаевна, да, это допрос, а не беседа. Я веду протокол. Вы обязаны назвать свои данные. Таков порядок. Сергей Геннадьевич, вы, конечно, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. А чего гадать? Гибель господина Садовникова? В каких отношениях вы были с убитым? В деловых. Он был мой банкир. Дайте мне, пожалуйста, зажигалку. У нас не курит. Значит, вы собирались встретиться с Садовниковым, чтобы обсудить незначительные проблемы, связанные с приобретением его банка. Я правильно вас поняла? Абсолютно. А не могли бы вы поподробнее рассказать об этих незначительных проблемах? Нет. Если это официальный допрос, я буду говорить только в присутствии моего адвоката. Если я правильно понимаю, вы попали в полную финансовую зависимость к Садовникову, так? И что? А то, что он был не просто вашим банкиром, он был вашим кредитором. Причем кредитором довольно резким и нетерпеливым, способным загнать вас в угол и отнять у вас ваше любимое дело. Полюбуйтесь. Это копия ультиматума, который он вам прислал накануне гибели. Факс с требованием срочно вернуть все долги. Скажите, Сергей Геннадьевич, а вам было известно, что Садовников, подписав с вами договор, вскоре вступил в переговоры с третьим лицом и собирался в одностороннем порядке расторгнуть ваш договор? Банк Садовникова был фактически обанкрочен. Если бы я взял свои средства с его счетов, он бы рухнул в тот же день. Так что, я думаю, он никому ничего не собирался продавать, это был просто блеф. Хорошо. А скажите, как вы познакомились с Василием Подгородным? С кем, простите? Василий Подгородный, ваш давний приятель, бывший офицер спецназа и отличный стрелок. Но это бред. Почему бред? Садовников просит вас вернуть долг. Огромные деньги, которых у вас нет. Вы нанимаете Подгородного, он устраняет Садовникова. Финансовое давление снято, вопрос решен. Господи, ну это какой-то бред. Бред? Валерия Николаевна, я искренне желаю вам добра. Я вам советую написать явку с повинной. Я обещаю, это будет иметь очень большой вес в суде. Я выйду, чтобы вам было легче сосредоточиться. Надавил на нее. Пусть думает, что она главная подозреваемая. Ну, а Баширов все отрицает. Правильно делает. А ты думала, как он себя вести будет? Но я же чувствую, он что-то скрывает. Чувства твои я к делу, что ли, подошью? Нам нужны доказательства, а их у нас нет. Что нам надо сделать? Правильно. Добыть их. Скажите, вы что, собираетесь меня арестовать? Черт побери, не смейте себя со мной так вести! Я вам задала вопрос! Простите, Валерия Николаевна, задумался.
Нет, я не собираюсь вас арестовывать. У меня нет оснований. Пока нет. Давайте вашу повестку. Подписки о невыезде? Ну что вы, какая подписка? На каком основании? Мне показалось, вы меня в чем-то подозреваете. Вот именно, показалось. Ну что же, по какому пути теперь пойдет следствие? А вот это уже не тактичный вопрос. Вы же понимаете, я не могу вам на него ответить. Что с вами, Валерия Николаевна? На вас лица. О, этот следователь. Они обвиняют меня в том, что я заказала убийство Садовникова. И что сделал это мой товарищ. Вот Василий Подгородный, я правильно запомнил его фамилию? Но такого не может быть, это бред. Вася, я Васю знаю 100 лет. Но я это... вам обещаю, Валерия Николаевна, я обещаю, что я разберусь в этом деле, что я найду убийцу Садовникова. Я найду. Только знаете что, будьте внимательны, потому что на вас оказывают давление, не поддавайтесь. А я не поддаюсь. Валерия Николаевна, вот это вот оперативная работа моих юристов, договор о намерениях. Может, обсудим его где-то вместе? Тут, я знаю, поблизости неплохой ресторан. Ну, в общем-то, поесть было бы неплохо, я целый день не ела. Я могу к вам пассажирам? А как же ваша охрана? Поедут за нами. Поехали за нами. У вас мужская манера вождения. Это комплимент? Люблю уверенных в себе людей. Жизнь заставляет быть такой. На том светофоре направо. Алло. Валерия Николаевна, это Олег Ховенко. Олег, где вы находитесь? Это не важно. Важно то, что я перед вами виноват. Страшно виноват. Значит так, Олег, я еду сейчас в офис, и вы тоже езжайте туда. Нам нужно срочно поговорить. Больше мне нечего вам сказать. Простите. Прощайте. Никаких процентов, никаких штрафных санкций, возможность работать с другими банками. Это не договор, это сказка. Хотите, подпишем его прямо сейчас? Нет, вы знаете, я сначала его покажу своему юристу. Не доверяйте. А как бы вы поступили на моем месте? Точно так же. Ну вот. Валерия Николаевна, я оставлю вам свой телефон. Надумайте подписать, позвоните. Звоните. Хорошо.
А что вы делаете завтра днем? Завтра днем? Еще не знаю, что. Я приглашаю вас полетать. Простите, что вы приглашаете меня сделать? Я приглашаю вас полетать. И у вас есть самолет. Вертолет. Апачи? Нет, поскромнее. То есть вы хотите сказать, что вы пилот? Ну да, я недавно получил права. Вообще-то я мечтал быть пилотом с детства. Хорошо, я с вами полетаю. Только сначала мы подпишем договор. На земле. Так, пиши. Ховенко Олег Михайлович, 1960 года рождения. Труп обнаружен на стройке по адресу 3-я речная улица, дом 7, в районе 3-го подъезда, возле мусорного контейнера. Признаков насилия не обнаружено. Скорее всего, самоубийца. Падение с высоты. Thank you.
Лариса, а где это мы? Слушай, мне сейчас башка треснет. Ты можешь договориться с воронами, чтобы не орали? Ну что? Вась, ты ничего не помнишь? Помню. Запил. Ну, прости. Вась, ты убил Садовникова. Что я сделал? Садовников убит у входа в отель «Алмаз». И я видела, как ты стрелял в него из своей машины. Стрелял? Чем? Пистолетом, Вась, пистолетом. Где я его взял? Вась, откуда я знаю? Но я нашла пистолет в твоей квартире. Бред какой-то. Ты новый детектив пишешь, да? Ну какой детектив, Вась? Ты убил человека. Ты понимаешь, что убил человека на глазах у всех? Ты понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, нет, что нет, ты наделал, нет, подожди, Вася? Подожди, подожди. Вася. Чего ты ничего не помню? Ну-ка, давай по порядку. Ну что по порядку? Я тебе все рассказала, Вася. Ты видела, как я стрелял? Из пистолета в Садовникова. Вась, я видела твою машину. Я видела твою руку. Я видела твой пиджак. Интересно. А как-то я доехал до этой гостиницы, если я по дому еле передвигался, а? Вась, я не знаю как, но... Но машина была твоя. И пиджак был твой. Вась, скажи мне только честно, пожалуйста, ты его убил из-за меня, да, из-за той дурацкой сцены на банкете, да? Мелисса, послушай, нет, ну, морду-то я ему хотел начистить стопудово. Убивать-то зачем? Ну что, я дурак, что ли? А где этот пистолет, который ты нашла? Я его выбросила. Спрятала, ладно, спрятала. Все-таки спрятала. Хорошо. А куда? Так я тебе и сказала. Ты зачем снотворного наглотался, а? Какого снотворного? Да ты сожрал пол пачки таблеток. Тебя еле откачали. Послушай. Новостей сколько? У тебя пивка нет? Где вы пропадаете? Я вас целый день жду. Что случилось? Здрасте. Здрасте. Как что? Вас прокуратуру вызывали, ни слуха, ни духа. Я уже волноваться начал. И не беспочвенно. Меня обвиняют чуть ли не в заказном убийстве, а Василий Подгородный – исполнитель. Против него улики есть? Да нет, якобы стреляли из его машины. Бред какой-то. Хотя странно. Он исчез, и Мелисса тоже. Действительно странно. Они меня просто запугивают. Нельзя поддаваться. Я перед законом чиста. Лучше догадайся, кого я там встретила. Баширова. В прокуратуре. В прокуратуре. Где можно еще встретить приличного человека? Вот он дал мне новый договор по поводу наших долгов Садовникова. Проработай хорошенько и посмотри, все ли там так чисто, как кажется на первый взгляд. Хорошо, проработаю. Давай, я буду ждать с нетерпением твоего вердикта. Да. Можно? Кира, я думал, ты давно в спортзал ушла. Да хотела, но не успела. Значит так, Ховенко Олег Михайлович, 58-го года рождения, одинокий вдовец, жена умерла месяц назад. Вот выписка из оперативной сводки.
Погибший Ховенко Олег Михайлович был найден в 20 часов 30 минут в районе строительной площадки. Предварительная версия – несчастный случай. Также рассматриваются две версии – самоубийство и убийство. Проводятся экспертизы на наличие в крови алкоголя и других наркотических средств. Ну, я рад за него. Дальше что? А то, что последний звонок с мобильного телефона погибшего был сделан на мобильный телефон Валерии Николаевны Крыловой, главного редактора журнала «Деньги и власть», где, собственно, Ховенко-то и работал главбухом. Так. Так. Значит, смотри, сначала кредитор Садовников, дальше главбух Ховенко. Совпадение? То есть сначала избавились от кредитора, дальше от главного бухгалтера. Тогда следующий. Баширов? А может так, чтобы не банк поглотил журнал, а журнал банк? Ты думаешь, что Крылова? Мне кажется, что Баширову нет никакого резона убирать главбуха журнала. Знаешь что, теперь кто скорее? Или мы найдем всех свидетелей и улики, или свидетели и улики уничтожат. Кира, раз у этого Ховенко нет никаких родственников, вызови-ка мне эту даму вамп в морг для опознания. Есть, гражданин начальник? Где же ее носит? Валерия Николаевна. Да. К вам Ладейников. Пускай войдет. Что тебе, Петя? Вот. Заявление об уходе? Круто. А что так вдруг? Ну, почему не вдруг? Из нового номера опять мои материалы убрали. Меня это не устраивает. Петя, ну пойми же ты. Ты отличный журналист, и я тебя очень ценю. Но твои материалы могут повредить репутации журнала. Поверь, это скомпрометирует нас. Ну, если уж на то пошло, репутация журнала сейчас и так не из лучших. Ах, вон оно как. Ну что ж, вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Все, господин Ладейников. Спасибо. И до свидания. Увидимся через 2 недели, когда вы предоставите информацию по банкам. Я могу сдать сейчас. Через 2 недели. Отработайте по законодательству. Валерия Николаевна, там на первой линии опять прокуратура. Чего же они опять хотят от меня? Вы свободны, Петр. Всего хорошего. Да. Простите. Вам знаком этот человек? Это Олег. Михайлович Ховенко. Он работает. Работал. У меня в издательстве главным бухгалтером. О чем вы говорили с покойным, когда он вам позвонил перед гибелью? Это официальный допрос? Нет, беседа. Вы можете не отвечать на этот вопрос. А мне нечего скрывать. Он, Олег, позвонил мне и попросил у меня прощения. Он сказал, что очень сильно передо мной виноват, вот и все. За что? Это внутренние дела издательства. Это не внутренние дела издательства, если после разговора с вами его нашли мертвым. Есть такая латинская формула. После не значит вследствие того. Знаете, а насчет латыни, это вот, пожалуйста, с моей практиканткой поговорите. Она как раз юридическую академию сейчас заканчивает. Так, если я правильно понимаю, Ховенко попросил у вас прощения. Вы его не простили, и он покончил с собой, так? Нет. Нет. Он попросил у меня прощения, я даже не смогла ему ничего сказать. Я не успела, он бросил трубку. Я только сказала, чтобы он ехал в офис. Ладно, можете увозить тело. Результат вскрытия пришлете мне в прокуратуру.
Ты в порядке? Спасибо тебе, Ром, большое, что ты поехал со мной. Сама бы я. Ну что ты, я же твой юрист, это моя работа. Да, но рабочий день давно закончился. Я буду считать себя твоим другом, а дружба – понятие круглосуточное. Попросил группу наружки для слежки за Крыловой. Знаешь, что мне ответили? Что? У них людей нету, оказывается. Вот как работать в таких условиях, я не понимаю. Как себя чувствуешь? Да нормально. Не знаю даже, что со мной. Вроде раньше трупы видела. Ты ведь никому не скажешь. О чем? О том, что я будущий следователь прокуратуры из морга сбежала. Ой, Кир, все в порядке. Тебя подвезти? Да нет, я сам. Слушайте, теперь следователи получат повод копаться в нашей кухне. Уверен, что завтра они будут у нас поднимать бухгалтерские отчеты и ковыряться в компьютерах. Слушай, так устала, что мне совершенно все равно. Одно желание — добраться до дома и пытаться заснуть. Прости, Ром, я поеду. Слушайте, по поводу договора Баширова. Ну, что скажешь? Это удивительное дело. Если бы мне нужно было сделать договор целиком и полностью в пользу нашей компании, у меня бы не получилось сделать лучше. Такое впечатление, что он работает на нас. Это даже подозрительно. Ну, может быть, он просто порядочный человек. И такое бывает, но редко. Ладно, Ром, пока. Алло. Лера, добрый вечер. Вы мне только что звонили. Ваш номер остался в памяти моего телефона. Ну да, глупо. Техника намного умнее меня. Что-то случилось? Нет. Вообще, да. Случилось. А мне даже некому позвонить. Моя подруга, она пропала. Вот я вам ее набрала, а потом передумала. Мне приехать? Нет, нет. Просто мой бухгалтер, он умер. Ну, погиб. Покончил с собой. Лера, вы сейчас успокойтесь, Лера. Он мне позвонил и сказал, что он просит у меня прощения потом. Просто так много всего. Уволился мой ведущий журналист, а потом меня вызвали в прокуратуру, морг. Теперь они вцепятся в меня еще сильнее. А где вы сейчас? Давайте я приеду все-таки. Нет, нет. Не надо. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Не надо. Василий Подгородный отличный работник, грамотный. Дело свое знает на все 200. Так. Но со своей проблемой. Это какой же? Гусарский, так сказать, синдром. Это что, пьет, что ли? Ну, не без того. Правда, последнее время ничего сказать не могу. Держался. А тут вида опять. Два дня его на работе нет. Такое с ним бывает. Кира, следователь, познакомьтесь. Здравствуйте. Здрасте. С
Скажите, а кроме алкоголя, какие у него интересы? Да ну какие там интересы? Он на объектах целыми сутками. Работа, вот его интерес. Я еще удивляюсь, как этот интерес его подруга терпит. А кто у него подруга? О, подруга у него знаменитая. Писательница. Вот как? Да. Романы детективные пишет. Имя у нее такое чудное. Василиса, не-не-не, Клариса, Бисектриса. Мелисса. Синицкая. Да. Аккуратней. Ну что, я, между прочим, книжки читаю иногда. Скажите, а какой он по складу характера этот подгородный? Склад характера исключительный. Если кто чего накосячит, Вася, как наш суд, строг, но справедлив. И никто на него не обижается, потому что по делу. Ой, а в компании? В компании душа человек. На гитаре играет, песни поет. А это он что, натворил чего? Чего это вы им интересуетесь? Нет, все в порядке. Просто он нам должен помочь. В одном деле мы его найти никак не можем. Так, хорошо, спасибо. Спасибо вам большое за информацию. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Когда это ты успеваешь книжки читать? Учебники читай, к диплому готовься. А то напишу тебе плохой отзыв по практике. А я, между прочим, отличница. Но не зря же меня к лучшему следователю прокуратуры назначили. Ой, лиса. У каждого свои методы. Знаешь что, будешь дерзить начальству, я тебя регулировщиком на перекрестке поставлю. Вот только попробуй. Сергей Геннадьевич, вы позволите взять одного человека из вашей личной охраны? Да, на твое усмотрение, конечно. Артур, с сегодняшнего дня твоя главная задача – наружное наблюдение за Крыловой. Понял, понял. Иван Владимирович, зайди ко мне прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я следователь прокуратуры по особо важным делам Кира Григорьевна Рыкова. Здравствуйте. Я Илья Семенов, старший менеджер. Чем обязан? Вот постановление из прокуратуры. Угу. Нам нужна оперативная информация переговоров вот этих абонентов. То есть вы хотите получать распечатку телефонных звонков? Да. Ну хорошо, я распоряжусь, чтобы вам сбрасывали эти звонки как аудиофайлы на электронную почту. Устроит? Вполне. А что такое происходит? Ты почему устанавливаешь слежку за Крыловой без согласования со мной?
И главное, для чего? Сергей, только что ты там внизу сказал, что я как начальник твоей службы безопасности имею полное право действовать так, как посчитаю нужным, так? Да так, 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 дальше. Мне всегда казалось, и у нас по этому поводу никогда не было трений, что надзор за кем бы то ни было лежит в рамках моей компетенции, не требует особых согласований. Угу. Трений не было. А знаешь почему? Потому что до сих пор ты не давал для этого повода. А вот теперь я требую отчетов и разъяснений. Что за дела ты ведешь за моей спиной? Поэтому либо ты мне полностью доверяешь, либо я сейчас же увольняюсь. Слушай, объясни мне в конце концов, что, черт побери, происходит? Хорошо. Тебя и Крылова вызывали в прокуратуру? Вызывали. Они копают под вас обоих. Понимаю. Вы оба в кругу подозреваемых по убийству. В связи с этим мне нужна максимально полная информация обо всех и обо всем. Ну, допустим, я-то знаю, что ты не причастен к убийству Садовникова. Но мне нужны конкретные факты, вещдоки и прочее на тот случай, если на тебя захотят, ну, повесить, понимаешь, или просто подставить. Я считаю, что Крылова абсолютно непричастна. Моя работа – защищать тебя. Поэтому я прошу тебя прекратить с ней любые контакты. Пока. Дело серьезное. Давай не будем давать повода для лишних подозрений. Крылова ни в чем не виновата. Отлично. Если она действительно ни в чем не виновата, то вся моя работа это только докажет. А теперь, Серега, дай мне работать. Мне охранник сказал, что ты приезжал сегодня ночью и брал ключи от бухгалтерии. Было дело. А зачем ты приезжал сюда ночью? Копировать жесткий диск себе на ноутбук. Зачем? Затем, что сейчас люди из прокуратуры изымают эти жесткие диски. У нас. Если бы я их не перекопировал, они парализовали всю нашу работу на неопределенный срок. Теперь что-то можно восстановить. Я что-то не так сделал? Все так. Спасибо. Валерия Николаевна, извините, там следователь просит, чтобы подписали протокол об изъятии документов и дисков в бухгалтерии. Хорошо, я иду сейчас. Да вы что, с ума сошли? Прослушиваю телефонные разговоры, это противозаконно. Я в курсе. Но мне необходима информация. А вы знаете, что этим номером интересуется прокуратура? Знаю. Ну хорошо. Я буду дублировать вам аудиофайлы, посылаемые мной в прокуратуру. Мне нужна информация в режиме реального времени. Тогда могу посылать вам текст. Текст переговоров и смс-сообщением на ваш мобильный. Замечательно. Спасибо. Алло. Алло, Милка, ты где? Куда ты пропала? Алло, Лерка, слушай, надо встретиться. Ты даже не представляешь, что здесь происходит. Васю ищет прокуратура. Меня с Баширом вызывали на допрос. У меня погиб сотрудник. Подожди, подожди, слушай внимательно. Нам надо встретиться, срочно. Да. Хорошо, говори, где и когда. Значит так, берешь мою книгу. Ту, которая тебе больше всего нравится, поняла, да? Страница 126. Жду. Через час. Возьми мою книгу. Ту самую, которая тебе больше всего нравится. Страница 126. Жду через час.
Алло, Кира, только что был контакт Крылова и этой писательницы Синицкой. Они договорились о встрече, но где непонятно. Что делает Крылова сейчас? Ясно, я еду к тебе. Спасибо. Если еще будет контакт, срочно мне сообщи. Ясно? Хорошо. Знал, что за ее офисом следят, и следят не дилетанты, а волки из прокуратуры. Но ей было необходимо встретиться с Евгением. Это было жизненно важно для обоих. Она стала быстро перебирать в уме варианты, как обмануть прокуратурских ищеек, переодеться мужчиной. Откуда вовсе мужская одежда, тем более ее размеры. И тут ей пришла в голову одна идея. Марина! Идем со мной. А? И очки свои прихвати. Пошли, пошли. Ага. Заходи. Угу. Так, давай свою куртку. Угу. А зачем? Не задавай вопросы, просто надевай и все. Так, шарфик. Шарфиком прикроем твои темные волосы. Обувь. Это все книги Мелиссы Синицкой, которые есть в нашем магазине. Мне понадобится ваша помощь. Открывайте каждый роман на странице 126 и читайте вслух все, что имеет отношение к возможному месту встречи персонажей. Вам ясно? Ясно. На тебе ключ. Садись в машину и езжай. А куда ехать-то? Куда хочешь. Главное, чтобы ты полтора часа ездил по Москве, а потом остановись в каком-нибудь кафе, и якобы ты кого-то ждешь. Да? Хорошо. Еще очки. О, давай. Валерия Николаевна. Вон она. Пусть уезжает. Давай, давай. Валерия Николаевна? Евлахишвили получил пулю в бок, но не чувствуя горячки того, что она ранена, продолжала отстреливаться. Там координаты какие-нибудь есть, где это происходит? Вот. В пригороде Стамбула. Нет, это не то. У них 15 минут до встречи осталось. Черт, осталось 15 минут. Угу. Взгляните. Так, Евгений Прокурорский созрел план, как оторваться. Избавившись таким образом от преследования, Вера на метро доехала до станции Автозаводской, где на Автозаводской улице, у памятника освободителям, она села на скамейку и заплакала. Фух, это то, что нужно. Спасибо. Пожалуйста. Алло, Никита! Быстро микрофон, пушку и машину мне, понял? Иди, не оборачивайся. Куда ты пропал?
Что с тобой случилось? Слушай, у меня проблемы с Васькой. Понимаешь, я не верю, что это он. Но пистолет? Какой пистолет? Подожди. Расскажи мне все по порядку. Куда ты исчезла от гостиницы? Ты же сама мне встречу назначил. Я назначил? Да это ты мне позвонила. Лер, ты че? Да, Лер. Привет, Мил. Мне очень нужно с тобой встретиться. Это очень важный разговор. Давай встретимся через 2 часа в отеле «Алмаз». Ладно, ладно, я приеду. Если это так важно, я приеду, только ненадолго, ладно? Только не опаздывай. Мил, ты что? Я тебе не звонила. Алло? Лерка, надо срочно поговорить, это я. Привет. Слушай, я недалеко от отеля «Алмаз», давай там. Ну, давай, «Алмаз». Да, алло, Мил. Алло, Мила. Я тебе тоже не звонила. Они уже 20 минут как должны были встретиться. Вообще, да. Иди посмотри, чем она там занимается. Только аккуратно. Сейчас. Я его там видела, он еще в этом своем, в желтом пиджаке был, ну, который я ему из Лондона привезла. А Вася-то где? Что он? Он что он сам говорит? Лер, да что Вася? Что он говорит? Он пьяный был, он у него провал в памяти, напился и не помнит ничего. А пистолет где? Пистолет я спрятала. Где? Под поленницей. Где? Да у нас там дрова лежат, возле бани. Я в наволочку завернула и спрятала. Да, Мил. Конспиратор. Да не говори. Ладно, пойду, Эверка. Не могу Васю надолго оставлять. Так как? Как мы будем связь держать? Ну как, слушай. Да никак пока. Я тебе с таксофона позвоню, ладно? А ты на машине? Да вон, взяла у соседа драндулет. Конечно, чума, но никто не заметит и не обращает внимания. Ну давай, 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 давай. Давай, Милка. Держись, пожалуйста. Угу. Здравствуйте. Добрый день. А, будьте добры, мне двойной эспрессо и воду без газа. От вас можно позвонить? От нас нельзя. А от меня можно. Сейчас. Спасибо. А, я заплачу за звонок. Да ерунда. За счет заведения. Алло, Ром, это я. Послушай, мне нужно срочно с тобой посоветоваться. Возьму? Да-да. Следователь из прокуратуры запытал Марину так, что она разрыдалась. А он все хотел знать, куда подевались вы и что она делала в вашей машине. Я встречалась с Мелиссой. Она нашлась? Мы встречались тайно. Понимаешь, все выглядит очень странно. В день убийства Садовникова мне позвонила Мелисса.
и назначила встречу в отеле «Алмаз». А она меня уверяет, что это я ей позвонила и назначила встречу в отеле. Понимаешь, какой бред? То есть мне позвонили ее голосом, а ей позвонили моим. Очень странно. Угу. Куда она потом делась? Она за городом прячет Василия Подгородного. Василий действительно убийца. Она его видела в том месте, где произошло убийство. Потом она увидела его с пистолетом, из которого стреляли. Он выпил пачку снотворного. В общем, его еле откачали. А до того он целые сутки пил. Так что он вообще ничего не помнит. Откуда у вас пистолет? Она не знает. И он не знает. Ром, мне нужен твой совет как юриста. По поводу Василия? Угу. Я думаю, ему впаяют по полной. Лет 15. 18 могут дать. Что делать? Честно? О себе подумать надо. Следствие под вас копает. Вам уехать надо из города. На время. Сбежать? Ну, можно сказать и так. Ну, как юрист, я вам скажу одно. Если наше следствие кого-то забирает, выпускает потом очень неохотно. Вы куда? Я ни в чем не виновата. И скрываться я не собираюсь. Сейчас я вернусь к работе, а там что будет, то будет. Делайте в моей машине. Садитесь, Валерия Николаевна, нам надо поговорить. Я арестована? Нет, пока. Нам удобнее будет в прокуратуре разговаривать. Садитесь. Не играйте с огнем. Сегодня встречались с вашей подругой Мелиссой Синицкой. А это преступление? Нет. А зачем же вы тогда устроили маскарад со своей секретаршей, чтобы скрыться от нас? У нас есть полное основание утверждать, что Мелисса Синицкая прячет Василия Подгородного. Таким образом, действия Синицкой квалифицируются как укрывательство подозреваемого. А мои действия квалифицируются как укрывательство укрывающей подозреваемого? Перестаньте поясничать, госпожа Крылова. Экспертизой установлено, что в крови погибшего Ховенко присутствовал алкоголь. Но не настолько, чтобы он случайно залез на новостройку и случайно упал с нее. А я не понимаю. Что вы мне пытаетесь рассказать? А я вам объясню. С удовольствием.
У нас нет прямых доказательств, что вы имеете отношение к странной гибели вашего главбуха. Но ваш долг Садовникову, ваша дружба с Подгородным, вы в центре пересечения всех линий. Послушайте, если у вас есть доказательства, арестовывайте меня. А мы непременно так и поступим. И доказательства у нас будут, уважаемая Валерия Николаевна. Ознакомьтесь и подпишите. Что это? Подписка о невыезде. Валерия Николаевна, за этим обычно следует арест. Может быть, вы все-таки поделитесь с нами о вашей встрече с Мелиссой? И где нам найти Василия Подгородного? Я уже все сказала, и добавить мне нечего. Давай. Привет, мужики. А, приветствую. Да, не вовремя вы пришли, я его чуть было не замочил. Да ладно, если у меня еще один стингер остался, я вообще кирдык пришел. Еще до ущелья бы добраться. Какие дела, босс? Такая ситуация. Два человека разговаривают между собой по мобильному телефону. Назначают встречу, а потом выясняется, что они друг другу не звонили. То есть им обоим звонил некто третий, но разговаривал их голосами. Такое возможно? Черт его знает, ну, может быть, это скрамблеры? Нет. Они же искажают голос, они имитируют. Но это тогда только пародист. Исключено. Эти люди хорошо и давно знают друг друга. Они бы поняли, что их разводят. Они слышали голоса друг друга. Постойте, значит, есть предположение, что кто-то за компом сделал синхронизацию голосовых характеристик. Запись есть? Записи нет. Я слышал про одного американца чокнутого, который сделал примерно такую же программу. Узнайте об этом поподробнее, но главное, кто у нас мог прописать точно такую же фигню? Вот вам на пиво. Когда нужна информация? Вчера. Понял, босс. Кира, бери ручку, бумагу пиши. Значит так, в оперативно-следственный отдел прокуратуры установить круглосуточную слежку за Крыловой Валерией Николаевной составом не менее 3 мобильных бригад. Установить прослушивание телефонов в офисе, дома и мобильного. Установить аппаратуру на прослушивание офиса, дома и в автомобиле. Отслеживание всех интернет-сообщений. Написала? Угу. И еще последнее. Ордера на арест Крыловой и Синицкой при первом свидании. Коля. Кира, хватит об этом. Разрешение прокурора мне нужно сегодня же. О, месье! Сильвупле? Привет, мужики. Шмот! Thank you.
скоро? Сейчас, Иван. Ну, что скажешь? Идентично. Мне нужны еще отпечатки с патронов. Секундочку. Сейчас посмотрим, что там у нас. Согласно данных лаборатории, отпечатков на патронах нет. Как нет? Видимо, человек, заряжавший пистолет, был в перчатках. Интересное кино. Следуя логике, кто заряжал, тот и стрелял. А что у нас получается? Когда заряжал, то осторожничал, а начал стрелять, оставил кучу отпечатков на пистолете? Похоже на подставу. Сергей Геннадьевич, это Агапов. Мне надо с вами поговорить срочно. Алло, Ром, слушай, меня тут какой-то джип преследует. Угу, не знаю. Подожди, вроде отстал. Угу. Давай. Thank you.
заходи. Не трогайте меня, впустите. Иди, сказал. Пусти руки. Старший следователь прокуратуры Рыков. Здравствуйте, старший сержант Митрохин. Здравствуйте. Мы мимо проезжали, смотрим. Машина стоит как-то странно повернутая. И дверь приоткрытая. Ага. Ну, мы пробили ее. Машина принадлежит Крыловой Валерии Николаевне. Да, Валерия Николаевна, я знаю. Нам позвонили, поэтому мы и приехали. Ну, что скажешь? Что? Сбежала. Да? Женщина на грани нервного срыва. Импульсивные поступки. Ага, и вот так вот бросить машину посреди дороги. Смотри, пустынная улица, прохожих практически никого. Очень похоже. Похоже на что? На похищение. Или на инсценировку похищения. Ну и что? Какие дальнейшие действия, шеф? В розыск будем объявлять. Вот такие у нас будут дальнейшие действия. Ну, Валерия Николаевна, я прошу, только там мебель ломать, ну, пожалуйста. Вы? Да. О, как же вы притворялись, а? Скажите, что вам от меня надо? Валерия Николаевна, сейчас я все объясню, только вы должны меня выслушать. Я никому ничего не должна. Подождите. Пустите меня. Валерия Николаевна, я прошу, Валерия Николаевна. Валерия, успокойтесь, вы в конце концов. Хорошо. Хорошо, я вас слушаю. Валерия Николаевна, вы находитесь в моем доме. На чердаке вашего дома. Хорошо, на чердаке моего дома. Я хочу, чтобы вы поняли, что вас здесь никто не обидит. Послушайте, к черту все это скажите. Зачем вы меня похитили? Вот сейчас вам все объясню, только имейте минуту терпения. Пожалуйста, пойдемте. Пожалуйста, пойдемте со мной. Прошу вас, Валерия Николаевна, пойдемте, пойдемте. Хорошо. Значит, что мне теперь необходимо, Никита? Во-первых, убери прослушку в кабинете Крыловой в редакции. Сделаю. Во-вторых, завтра с утра ты достанешь мне все личные дела высшего менеджмента издательства Крыловой. Там же сейчас работают прокурорские. Да, ты постарайся, Никит. Артур, ты через своих бывших коллег пробьешь эти дела в архивах ФСБ. Меня интересует все хоть маломальски грязное в окружении Крыловой. Не найдешь грязи, тащи соринки. Не найдешь соринок, неси пыль. Ты меня понял? Да, босс, сделаем. Алло, Сергей Геннадьевич. Хорошо. Сейчас приду. Ну что, работаем, ребятки? Работаем. А как же? Работаем. Вась, ну пей чай. Тебе доктор сказал больше жидкого? Да при чем здесь жидкость? Много понимает этот твой доктор. Вась, ну не кричи на меня, пожалуйста, ну. Ну ты же понимаешь, что я не на тебя кричу. Я понимаю, Вась, ну я понимаю. Ну, давай мы с тобой успокоимся, но подумаем. Может быть, вспомнишь, что было тогда в квартире? Ну, хотя бы какие-то отрывки. Мелись, дай мне свой телефон. Ага. А зачем? Да я хочу на стройку позвонить. Они там фундамент заливали. Хочу узнать, как все прошло. Вась, ты серьезно, что ли? А что? Ну, у меня такое ощущение, что они меня там потеряли. Вась, тебя не там потеряли. Тебя в прокуратуре потеряли, понимаешь? Ну, что мне здесь? До конца жизни, что ли, скрываться? Давай вам... В подвале меня посидеть. Вась, я не знаю, что тебе делать. Ну, не знаю я, ну... Вот. А я знаю. Что? Ты знаешь, что я невиновен? Я знаю, что я невиновен. В прокуратуру надо идти. Там профессионалы разберутся. Какие, Вася? Ну, как, что ты говоришь? Ну, какие профессионалы, Вася? Ну, какие профессионалы там? Ну, все тебя видели с садовником. Ты это понимаешь, что ты сцепился с ним? Ну, машину твою видела, толпа видела народу на месте преступления. Ну, сейчас бы еще твой пистолет нашли. Ну, какая прокуратура? Ну, сейчас туда придет Вася, скажет, я не виноват, пришел. И все по... Вася, ну ты серьезно туда собрался, а? Угу. Слушай, Мелис, ты меня когда из подъезда тащила, тебя кто-нибудь видел? Видел, Вась, видел. Два алкаша, таких же, как ты, видели меня и тебя. Ты знаешь, что это значит? Что? Что ты соучастница. Укрываешь в доме преступника.
Вася, ты не преступник, ты... Ты подозреваемый. Чё-то ничего не придумывается. Понимаешь, безвыходная какая-то ситуация. Меня возьмут, тебя возьмут тоже. Вы меня похитили для того, чтобы спасти, да? Вы были неосторожны. А я не должна быть осторожной. Я ничего противозаконного не делала. Но это еще нужно доказать фактами. Их поисками сейчас занимаюсь и я, и официальное следствие. Боюсь, только задачи у нас разные. Послушайте, на последнем допросе меня легко можно было арестовать. Почему же они этого не сделали? Затем, чтобы через вас выйти на Мелиссу Синицкую, а потом через нее на Василия Подгородного. Ну хорошо, вот я у вас. И что вам это дает? Время для более эффективной работы. Где мой мобильный? У нас. Извините, но им нельзя пользоваться, он на прослушке. Я вам даю честное слово, что никто не будет интересоваться его содержимым. Мы его вернем, но потом. Хорошо. Ладно. Я все равно хотела отдохнуть хотя бы пару дней. Надеюсь, места у вас хоть красивые. Красивые. Привет. Привет. Домой? Ну, а куда еще? А ты что так поздно в офис? Валерия у себя? Нет. С утра как уехала, так и не возвращалась, и телефон отключила. А тебе она нужна? Ну, в принципе… Завтра зайти. Тебя подвезти до метро? Нет, нет, спасибо. Я поднимусь, еще кое-что доделаю. Ну. Пока. Пока. Господи, ну что вы меня пугать сегодня целый день? Я как раз собрался постучать, а вы так резко открыли дверь. Вы знаете, я себя как не очень ловко чувствую здесь, как будто я пленница. Ну, как раз и пришло, чтобы разрушить ваше одиночество. Так разрушать? Ну, я не знаю, ну дом мне хотя бы покажите, что ли. Пойдемте покажу. Ну вот, в таком огромном доме я живу совсем один. Так что мне очень приятно, что вы у меня в гостях. Да, у вас весьма оригинальный способ приглашать гостей. Ух ты! Красиво. Ну, как-то совсем не вяжется. Что? Ну, вы такой серьезный, такой прям солидный мужчина и... Собираете какие-то пластмассовые самолетики. Ой. Не куклы же мне собирать. Между прочим, это не просто коллекция, это вся история мировой авиации. Я их собираю с самого детства, лет с 10, наверное. И, между прочим, есть один самолетик, он, видите, черненький. Да. Американский, да. Так вот такого даже в Америке еще нет. Так что это не просто коллекция, это эксклюзив. Да? Ага. Интересно, сколько же этот эксклюзив стоит? Ой-ой-ой, как же женщины меркантильны. Практичный. Присаживайтесь. Лер, а давайте выпьем с вами коньячку. У меня, кстати, есть отличнейший дагестанский коньяк. Что, по-вашему, коньяки могут быть только французские? Вы попробуйте. Сами скажете. Ну, не дурно. Да. Сергей Геннадьевич, я… Я умоляю. Давайте как-то, Сергей Геннадьевич, как это… Да вы, что ли, на ты как-то уже? Давайте. За тебя. За тебя. А откуда у вас…
У тебя такая страсть к авиации. Ты будешь смеяться, но в детстве я мечтал стать космонавтом. Космонавтом? Mm-hmm. Ой, какой оригинальный мальчик. Ну, ты ведь, наверное, тоже мечтала стать актрисой? Балериной. Тоже оригинально. Ну и что, космонавт? Я подрос. Мечты стали реальностью. Стал готовиться к поступлению в летное училище. Была одна проблема. Я был жуткий раздолбай. Раздолбай? Интересно, что ты подкладываешь под это слово? Ты плохо учился? Нет, я был отличник. Подожди, что-то мне в голове не вяжется. Раздолбай, отличник, это простите как? Ну, учеба давалась мне легко, а вот с поведением у меня как-то со всеми складывалось. Серьезно? Угу. Глядя на тебя сейчас, об этом не скажешь. Ну, тем не менее, это так. Ну и что дальше? Ну, дальше что? Дальше подал документы в ЕСК, летное училище. Сдал все зачеты по физподготовке, прыгал, отбегал, остались только общеобразовательные экзамены. Вот, и с одним парнем, тоже из абитуриентов, местный, из ЕСК, поехали на дискотеку ночью на мотоциклах. Решили погоняться. Понятно. Ты упал и попал в больницу. Угу. На целый год. Врачи еле собрали. Так что об авиации космонавтике пришлось забыть. Да, обидно. Обидно. Ну, твоя детская мечта тоже не осуществилась. Я так понимаю, что в большом ты не танцуешь? Нет, не танцую. Но я на самом деле балериной мечтала быть где-то месяц. А потом я решила, что я буду водолазом. Ого. Да. А потом я подумала, что я буду клоуном, потом учительницей, потом ведущей «Спокойной ночи, малыши». Ну, в общем, где-то к 5 классу я решила, что я буду писать. Да. И стала писать сказки. Несколько тетрадок я извела. Мама до сих пор их хранит. Ого. Почитать бы. Хотя, с другой стороны, в чем-то моя мечта сбылась. Я редактор аналитического журнала. Да, но твой журнал, конечно, сплошная сказка. Так, секундочку. Это наезд конкурента? Нет, между прочим, я кое-кому недавно сделал очень выгодное предложение. Да-да-да, помню. Было дело. Ну так и что? Будем подписывать. А почему до сих пор не женат? Я тебе отвечу, если ты скажешь, почему ты развелась. О, мне пора спать. А? Спокойной ночи. Кира, чё молчишь? Кира, спишь, что ли? Да нет, я думаю. Думаешь? О чем? Поделись с командованием. А что это, если действительно это похищение? А не инсценировка, не побег? Ну, и? Если заказчик преступления убийство Садовникова не Крылова, а кто-то другой. Тогда твоему другому крайне невыгодно исчезновение основного подозреваемого, понятно? Допустим. Допустим, Подгородный только исполнитель. Тогда заказчику невыгодно, чтобы Подгородный попал к нам в руки и назвал имя настоящего преступника. А не проще ему устранить Подгородного, не устраивать всю эту комедию с исчезновением Крыловой? А что, если Подгородный скрывается и от него? Тогда заказчик начинает действовать точно так же, как и мы. Искать выходы на Крылову. А поскольку времени у него в обрез, он уводит у нас из-под носа Крылову. Логично? Логично. Но это все твои домыслы, понимаешь? А нам нужны факты. Так это наша с вами работа? Искать факты, товарищ майор. Значит, это моя работа искать факты, а ты студентка, практикантка, ясно? Что-то случилось? Я вспомнил, что забыл поцеловать тебя на ночь. Ты решил воспользоваться тем, что я твоя пленница? Да. Да. Я так не могу. Хорошо. О,
поведением у него плохо, да? Приехали. Можешь пригласишь зайти? Да поздно уже. В другой раз. Понятно. Ой, да что тебе понятно? Скажи, Кир, у тебя есть кто-нибудь? Рыков. Да ты ревнуешь меня. А есть кому? Конечно, есть. К моей будущей работе следователя прокуратуры. Ой, да ладно, Коль, давай не будем начинать все снова. Тебя всегда не устраивала моя работа в пресс-центре МВД. Ты до такой степени был против, что я поступила в юридическую академию, что даже развелся со мной. Я считал, что нам всем хватит одного следователя прокуратуры. Да, и одной домохозяйки у плиты. Я тут пылесосила. Под кроватью вот нашла игрушку твою. Да нет, ты, конечно, можешь подняться. Дальше-то что? Спокойной ночи, Кира. Спокойной ночи, Коля. Сигарета к сигарете, дым под лампой. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, да не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь. Артур, ну я подъехал. Ты где? А, все, вижу. Вот, накопал. Что-нибудь интересное есть? Есть. Ладейников. И еще там двое из окружения Крыловой. Да, Сергей Геннадьевич. Тебя где черт носит? Не понял. Что-то случилось? Да, случилось. Ты уволен. Сергей, ты что, пьян? Что? Ты как со своим начальством разговариваешь? Ты оборзел совсем? Значит так, я не допущу, чтобы со мной разговаривать. Ты потом объяснишь, чего ты не допустишь. А сейчас ты срочно едешь к программистам Безилу и Бобу и везешь им 5 тонн бабла. Срочно! А откуда ты знаешь про них? Этих гениев знают все. Шеф. Безил! Да! Я порву тебя на части, слышишь, как доберусь до тебя? Похоже, получилось. Ладно, вы к нам приезжайте, а там объясним популярно, окей? Все в порядке? Да. Я изучу все это. Угу. Давай, спешу. Алло. Алло, Валерия Николаевна, извините за беспокойство, пожалуйста. Это Ладейник.
Привет, Бейзил, привет, Боб. Сейчас. Как вам это удалось? Сейчас, тихо только. Алло, алло. Здравствуйте, Наташа, это Максим Галкин. О, здравствуйте, Максим. Это передача «Кто хочет стать миллионером?». У нас в студии ваш друг Бейзил. Знаете такого? Да, конечно. Сейчас он задаст вам вопрос на $1 000 000. Передаю слово Бейзилу, в вашем распоряжении 30 секунд. Алло, Наташка, выручай. Значит, тебе вопрос. Ты пойдешь сегодня со мной пить пиво в Газгольдер? Вариант ответов. Да, пойду. Да, пойду. И вариант третий. Пойду, конечно, непременно, все непременно. Собственно, уже вышло. Козел, ты что, прикалываешься? Я абсолютно серьезно. Ты пойдешь со мной пить пиво или нет? А Максим Галкин что у тебя делает? Ну, а мы давние друзья с Бейзилом. Ну, возьмете меня с собой пиво пить? Конечно. Слушай, Наташка, ну только на Максима Галкина придется с собой взять, а то он, ну, он очень хочет встретиться с тобой. Ну ты даешь, Бейзил. Значит, заметано. Значит, встречаемся в 7 около клуба. Вот такая вот хреновина. А откуда вы взяли голос Баширова, когда мне звонили? Оттуда же, откуда и Галкина. С сайта телеканала. Уникальность этой программы заключается в том, что она не только моделирует голос, но и телефон звонящего. Откуда у вас эта программа? Вот отсюда. Мы доказали, что любой маломальский способный программист, если ему четко обозначить задачу, сможет ее сделать. Короче, если вам нужно найти человека, который сделал эту программу, искать вам надо среди программистов. Молодцы, ребята. Это вам на пиво. Ага. О, спасибо, дядя, ведь недаром хардист, спаленный наш пожаром. Но если писательница могла давать интервью на телевидении, ну вот. Ладно, в любом случае, спасибо. Ага. Сейчас, вот диск, ну, на всякий пожарный. Слушай, давай Гальке позвоним голосом Киркорова. А, давай! Чего ты кричишь? А ты что там делал? Пистолет искал. На чердаке? Ну ты же не говоришь, где ты его спрятала. Я его не спрятала, Вася, я его выбросила. В речку. Врешь, а врать не умеешь, нехорошо. Перчатки зачем? Чтобы не оставить на нем отпечатки. Детективщица наша. Сыщик ты наш. Да твои отпечатки, небось, по всему пистолету. Почему это? Я же его в глаза не видел. Ты не только пистолет, ты и преступника в глаза не видел. А преступник был у тебя в квартире, пока ты был в этом невменяемом состоянии. Ну, ладно тебе. Ну да, да, ты права. Он мог приложить пистолет к моей ладони. Мог. Мог, Вась, мог. А моих отпечатков там нет. Почему? Потому что я пистолет спрятала сначала в твой пиджак, а потом в наволочку. Мой любимый пиджак. Ладно, милиция, все, хватит. Где пистолет? Вась, накали сначала дрова, а потом поговорим с тобой. И вообще, здравствуй. Вот. Привет. Привет. Опаздываешь? Ну, это вы тут работаете. Вам опаздывать нельзя. А я что? Студентка-стажер. Я тут на досуге подумала, как раз по поводу фактов. Искать которые как раз не моя работа. Ну и что надумала? Меня заинтересовала одна фигура. Агапов Иван Владимирович. Начальник службы безопасности Башировского холдинга.
Ну, и чего Агапов? То, что на его глазах произошел конфликт Подгородного и Садовникова. И он тоже мог использовать настроение Подгородного. Кира, этот конфликт произошел на глазах у сотен людей. Во-вторых, в отеле он быстрее оперативных сотрудников забрал копии видеозаписи из гостиницы. Так правильно сделал, что забрал. Копии же, не оригиналы. Было совершено покушение на делового партнера его шефа. И еще, ты в курсе, что с двери квартиры Подгородного сорвана наша печать? Нет, не знаю. А почему меня не поставили в известность? Ты откуда знаешь? Ну, потому что я по собственной инициативе ездила еще раз к дому Подгородного, ну, чтобы поговорить с людьми. А че с ними разговаривать? Мы опросили всех, никто ничего не видел, никакой полезной информации нам никто не... Ну, соседи, может быть, и не видели, а два алкаша во дворе видели. Ну и че видели, твои алкаши? А то, что на следующий день после убийства Садовникова с ними разговаривал один человек. И, судя по описанию, очень похож на Агапова. Так, 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 так. Значит, нам срочно нужна фотография этого самого Агапова, чтобы мы могли точнее произвести опознание. Ну, а она у меня уже есть. Откуда? Сразу после разговора с алкашами я поехала к офису Баширова. Ну и там дождалась Агапова. Кира, ты ведешь собственное расследование? Значит так, давай очертим круг подозреваемых. Крылова. Так, Баширов. Баширов, да. Но Баширов менее мотивирован, хотя его нельзя исключать из круга подозреваемых. Понятно. Агапов. Но этот ведет какую-то свою игру. И вообще мне очень не нравится вся эта кредитная история. Возможно, в редакцию Крыловой еще кто-то есть. Но ведь главбух убит. Главбух убит. Но там и другие есть. И Подгородный. Да, Подгородный. Самого главного забыли. Кучно. Ты где научилась? На кухне, что ли? Угу. После этого мы можем гораздо плотнее заняться господином Агаповым. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Меня зовут Агапов Иван Владимирович. Кира Георгиевна, боюсь, вам придется задержаться. Прошу. У меня есть очень важная информация, способная существенно помочь следствию. Да вы садитесь. Слушаем вас, Иван Владимирович. Взгляните. Чуть речь, движение сделать и все. Нет, у меня все равно не получится, как у тебя. Да, ну у меня тоже не получалось. Но после 2000-го раза. Ну, вот почти. Добрый день. И. Привет. Здрасте. Приятного аппетита. Спасибо. Какие-то новости? Пока, если можно, вопросы. Угу. Валерия Николаевна, скажите,
кто из ваших сотрудников в прошлом был программистом? Ну или, может быть, вращался в этой среде? Ну да. Был один журналист, Ладенников. Он, кстати, собирался уволиться. До тех пор, как он начал работать у нас, он сотрудничал с журналом «Технологии будущего». Ясно. Валерия Николаевна, мне нужно запустить одну информацию в вашу редакцию. Кто у вас может распустить слух? Ну, это, без всяких сомнений, моя секретарша Марина. Отлично. Я вас попрошу сейчас связаться с Мелиссой Синицкой. Видите, возвращаю ваш телефон, как и обещал. А я не поняла, какая связь между Мариной и Мелиссой? А я вам объясню. Ну, куда мы идем? Сейчас узнаешь. Секрет у меня есть. Большой секрет. Пойдем, пойдем. Сейчас я тебе покажу кое-что. У вас ничего нету. Так я посмотрю. Ну так, ничего нету, Вась. Да подожди, ты точно сюда положила? Ну точно я сюда положила, и пистолет был, и твой пиджак, все было в этой наволочке. Все. Значит, за мной кто-то следил, Вась. Значит, человек знает, что мы в доме, и знает про этот дом. Очень похоже на твою книгу «Похоронный марш». Очень смешно, Вась. Помнишь, когда пропала веревка? Там генерал еще повесился. Помню, помню, Вась, помню. Значит так, Мелисса, если пистолет пропал, а я еще не арестован, значит, кто-то следил не из прокуратуры. Кто, Вась? Убийца того банкира, допустим. Черт. Так, спокойно, не реви. Не реви, не реви. Не реви, все. Тогда вот что сделаю. Ты сейчас иди к своему этому врачу, соседу. Сиди там ниже травы, тише воды. Хорошо? Да. А я пойду в прокуратуру. Как ты в прокуратуру, Вась? Куда? Да ты что, с ума сошел? Так надо. Ну что, я же знаю, что я никого не убивал. Правильно? Я докажу. Вась, как ты докажешь? Чем ты докажешь? Вась, не надо туда ходить. Я прошу тебя, не надо. Бойся, ничего не бойся. Ну что мы всю жизнь? Скрываться, что ли, будем? Бегать? Васенька. Что? Вась, я беременна. Хорошо. Ты? Правда? Не рад? Я рад. Ты рад? Ты рад? Родной мой, ты рад? Слушай, это ж нам так долго ждали, так вовремя. Что теперь делать-то? Алло, Лерка, слушай, я так рада, что ты звонишь. Васька, тебя. Да. Здравствуйте, Василий. Это Агабов, служба безопасности Сергея Баширова. Я знаю, что вы невиновны, но нам предстоит еще это доказать. Поэтому я вас сейчас попрошу о следующем. Ну что, Марина? Где Валерия Николаевна? Не знаю. Звоню ей каждые полчаса, она не берет трубку. Появится, свяжи меня с ней, хорошо? Хорошо. Здрасте. Привет. Марина, что, Валерия Николаевна, не появлялась, не звонила? Еще нет. Приемная главного редактора, добрый день. Добрый день, меня зовут Василий Подгородный. Здравствуйте, Василий. Я никак не могу связаться с Валерией Николаевной. У меня огромная просьба, тут достаточно деликатное дело. Это очень важная для Валерии Николаевны информация. Это в связи с убийством Садовникова. Я очень жду ее звонка, или даже лучше... Лучше пусть она приезжает ко мне и запишите мой адрес. Ага, записываю. Только повторите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Подгородный Василий. Подгородный Василий. Василий, ага. Диктуйте. Ленинградское шоссе. Ага. Направо. Поворот на Паяково. На Паяково. Ага. После церкви развилка. Налево. Ага. Налево. Через лес. Первый дом
Угу. Обязательно, как только будет возможность. Угу, спасибо. Ну вот и где Валерия Николаевна. Тут какой-то подгородный ей оставил очень важную информацию. Серый поднялся и попытался оглядеться. Судя по всему, пока он валялся в отключке, его привезли в этот подвал. Но зачем? Почему не прикончили прямо там, на нас, где его тело можно было положить под подходящий поезд? Если они оставили ему жизнь, значит, он им зачем-то нужен. Значит, они все-таки не знают, где находится тайник. Значит, они постараются вытянуть из него эту информацию. А это значит, что готовится к пыткам, которые ему применят. Если он ничего не скажет, или, может быть, кошки-мышки, потянуть время, чтобы его напарница сообразила, где и как его отыскать. Не знаю, не знаю. Пришел фрирок. Козявы мои. Есть работа. Поехали. Нам есть о чем поговорить. Ребят, берите его. Иди спокойно. Студентка, пистолет спрятать уже можно. А, да. Ага. Только женщин может догадаться, пистолет в портфель прятать. Я, если честно, ожидал увидеть другого. А я именно так и думал. Выходите. Да отойди ты! Васенька! Васенька! Вася! Вася! Мой родной! Васенька! Мой родной! Мой хороший, живой, 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 живой. Ну, все хорошо, ну что? Солнышко мое, солнышко мое. Вася. Ну что? Ну. Кира, сними наручники с него. Угу. Так, интересная штука получается, господин Полянский. Мы пробили ваши отпечатки по базе данных. Вы, оказывается, не тот, за кого себя выдаете. Ваша настоящая фамилия Протасов, Михаил Евгеньевич. И 8 лет назад вас обвиняли в хищении денег с кредитных карт. Ну, с помощью банковских компьютерных программ. Меня подставили. Настолько подставили, что вы изменили имя и жили с фальшивыми документами? Меня... убить могли. Ну, конечно. У меня долги были. Играя по-крупному в казино, мог-то убить. Садовников один из тех, кому вы были должны, так? Скажите, он сам вас нанял к себе на работу? Или вы подсветились? Он меня за горло взял. Выбора не оставил.
За что-то он хотел разорить эту Крылову. Помог устроиться к ней на работу. Я закончил юридический факультет университета. Ну и пошло-поехало. У Ховенко, ее главного бухгалтера, была тяжело больна жена. Я решил сыграть на этом. Обработал его, он согласился помогать нам. Ховенко сделал несколько денежных переводов в Прибалтику без ведома Крыловой. Деньги мы поделили, но Садовников за что-то мстил Крыловой. И потребовал от нее вернуть все кредиты. Да, от меня отступные требовал. И вы решили убрать Садовникова? И, заметая следы, устроили весь этот спектакль с передеванием и подделыванием голосов. Тихо, так, тихо, спокойно. Сейчас ты мне поможешь выбраться отсюда. Ствол давай. Ствол. Ствол. Ствол на пол клади. На пол. Так, ногой, ногой сюда двигай. А то пристрелю на счет три. Сначала ее, потом тебя. Не слушай, Коль. Тихо, тихо. До завтра? До завтра. Лер, что с договором? Ну, для начала мне нужно найти нового юриста. Я тебе помогу. Валерия Николаевна, я уже несколько дней пытаюсь с вами как-то поговорить. Извините меня, я думал, вы замешаны в махинациях. Вот даже пытался уволиться. Но дело не в этом. Вас обманывают, Валерия Николаевна. Понимаете? Я провел независимое расследование и выяснил, что Полянский, он на самом деле совсем не тот, за кого себя выдает. Я все знаю, Петя. Приходите завтра на работу. Спасибо. Клементьевскую прокуратуру. Посторонним нельзя. Я не посторонняя. А вы кто такая? Жена я. Практику я тебе не подпишу. Марш на кухню к сковородкам. Нет, а я теперь всегда с тобой буду.
Пять шагов по облакам и обратно на землю. Пять шагов по облакам. Красивая фраза. Это кто сказал? Это мой инструктор так говорит. Хорошее название для романа, как считаешь? Собираешься писать роман? Я нет. Но подруга писательница. Полетели. Я люблю тебя, Лера!